Я думаю, это окей, типа, если ты просто пишешь Мизулина, типа, я больше не буду, и она говорит, ладно, и все. Прекрасно. То, что она делает, это, говорю, это правильный посыл, плохая реализация. Посыл правильный, но вот когда ты просто всех банишь, это не всегда результативно, так скажем. Вот, то есть я бы рассмотрел еще какие-то варианты, но сейчас, по крайней мере, все стало как-то попроще, потому что, ну, она действительно предупреждает в своем ТГ-канале, что вас забанят.